Авария на улице Аэропорт. ДТП произошло сегодня в 4 часа дня. Столкнулись две иномарки. На место ДТП прибыл один пожарный расчет и две кареты скорой помощи. Также в момент столкновения поблизости оказался сотрудник ДПС, который регулировал движение автомобилей в заторе перед кольцевой развязкой. Однако составлять протокол вызвали другой наряд дорожной полиции. На момент съемок участники ДТП дожидались их приезда. У родственников водителей есть несколько версий случившегося. По одной из них виновен владелец «Тойоты», который хотел свернуть на заправку через сплошную полосу. По другой, водитель «Ниссана» вывернул с АЗС, в результате чего и допустил столкновение с джипом.